Уважаемые работники учреждений культуры, примите самые теплые и искренние поздравления в этот день, ваш профессиональный праздник, День работника культуры. Этот праздник – замечательная возможность выразить искреннюю благодарность и признательность всем тем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет неприходящие ценности, традиции и наследие, способствует развитию культурного и духовного потенциала нашего района и государства в целом. Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать и приумножать прекрасное. Благодаря вашему творчеству и потенциалу в нашем районе проходят яркие фестивали, конкурсы, открываются новые выставки, развиваются народные промыслы, ведется культурно-просветительская деятельность, реализуются национальные проекты. Мы с вами радуемся успехам и победам учеников школ дополнительного образования детей. Ахтубинский район всегда гордился своими талантливыми тружениками культуры. Вашу работу нельзя переоценить. Вы выполняете государственные задачи. Уважаемые работники и ветераны культуры, примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь служить целям сохранения многонациональных культурных традиций нашего района во имя возрождения духовности, человечности, добра и взаимопонимания. Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям.